Рекорд побит. На этот раз на благотворительном марафоне задействуют 1000 волонтеров. Это на 300 человек больше, чем год назад. Накануне старта акции состоялась встреча с добровольцами, среди которых ивановские школьники и студенты. Они уже прошли обучение. Их еще раз проинструктировали и пожелали успехов в работе. Люди отзываются очень активно. То есть у нас даже на каждую очередь очень большое количество, больше, чем нам нужно. И мы их собирали по школам, по каким-то творческим коллективам, по учреждениям культуры и просто жители города. Очень много людей отзывается, всем очень хочется принять в этом участие. Чтобы помочь, главное желание. Еще волонтерам нужно быть приветливыми и отзывчивыми, улыбаться, отвечать на многочисленные вопросы и делать все, чтобы как можно больше собрать средств для помощи тяжело больным детям. Для меня марафон «Ты нам нужен» – это праздник. В течение 7 дней я уже второй год подряд буду участвовать в нем, помогать его организовывать. Я в прошлом году был волонтером, и это незабываемо. Это всегда остается на долгие годы жизни. Я всегда буду на подмене, если будет не хватать людей, я всегда встану куда угодно. Марафон «Ты нам нужен» начнется уже 16 марта. Ребятам предстоит работать целую неделю. Всех, кто за это время покажет себя с лучшей стороны, ждет поощрительное мероприятие – апельсиновая вечеринка. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.